Всем привет! Вещает сибирский медведь или Игорь, кому как удобней. И сегодня на наших экранах игра под названием Far Cry 6. Да, конечно, игра уже вышла не первый как день, но у меня появилась возможность поиграть в нее только сейчас. Собственно, посмотрим, что игра это из себя представляет. Предыдущие серии Far Cry я проходил. Мне они доставляли удовольствие, как бы хоть бы кто бы игру бы не хейтил, но мне игрушка нравится, прикольная, чисто на разочек расслабиться в ней самый раз. Короче, настройки сразу покажу, чтобы больше вопросов там в будущем не было. В общем, такие вот у меня настройки. Конфигурация моего ПК, я думаю, я прикреплю в описании. Вот, смотрите. Я ничего не выставлял, то есть не ультра, но на высоком все стоит. Вот. Ну, короче, практически все включено. Вертикалка отключена. Единственное, только что я сам отключил, это размытие в движении. Не люблю эту функцию, поэтому я ее отрубил. Ну и все, давай начинать. Режим. Так, короче, я думаю, для первого прохождения нет смысла ставить сразу максимальный, потому что это будет страдание. Поэтому выберем средний режим. Режим испытания. Это классический режим Far Cry, рекомендуем для большинства игроков. Враги наносят больше урона, чтобы выжить придется действовать изобретательно и с умом. Вы можете изменить уровень сложности в любой момент. Окей. Мои яранцы, знайте, мое оружие — правда. Страна слишком долго томилась в руках политиков. Но вы выбрали будущее, лекарство, дорогу к раю. Вивиро, наши ученые создали наиболее эффективное в мире средство от рака. Табак для него мы выращиваем на чистейших удобрениях. Вивиро. Чудо, которое вернет нам рай. Но за рай приходится платить. Нашим врагам этого никогда не понять. Я обязан делать не то, что легко, а то, что правильно. Поэтому я принял решение, что нужно продлить райский призыв. Яранцы со всего острова будут отобраны, чтобы выращивать Вивиро, и спасти нашу страну. Этих счастливчиков выберут с помощью жеребьевки. Одним из них может стать даже мой сын Диего. Эй, Дани. Как истинный яранец, выруби эту хрень. С улыбкой. Пресисаменте. Этого Кастильо и надо. Хватит политики, Лита. Думаешь, призыв только для истинных яранцев? Он для изгоев, бедняков, сирот вроде нас. Кастильо воскресил стране рабство. Теперь это реальность. Стоп, стоп. Ты нас бросила. Сбежала в джунгли к этим повстанцам. В Либертад. Вернулась за свежим мясом для священной войны Клары Гарсии. Это же наша последняя встреча. Дани, скажи уже что-нибудь. Выбрать персонажа. Дани Роджерс. Так, либо девчонка, либо пацан. Ну, играть мы будем от первого лица, поэтому, в принципе, пойдет и пацан. Вы меня ошибка. Дани, ты нужен Либертад. Ты учился. Тебе светила карьера в армии. Жаль, что ты бестолочь. Давай с нами, Лита. Ты никогда не слушаешь, Дани. Эй, пора валить.
Корабль ждет. Выпьем в Мексике. А потом в Майами. Конью! Свет рубануло. Нет, все серьезнее. Это что, блин, ствол? Эй! Что происходит? Ни хера себе! Призывники должны прибыть на службу. Вы поможете. Уходим. Все вместе. Олеха, нет! Призывники должны. Олеха, ложись! В жопу, Кастильо! Олеха! Призывники должны прибыть на службу. Дани, уходим. Быстро! Кладки. Вместе. Обещай мне, Лита. Си. Идем, Дани. Не отставай, Лита. Так, ну что? Ясно. А у меня-то пушка есть? Мы попрощаемся с Олегом. Обещаю. Выгодь не вооружены, не попадайтесь на глаза. Так, окей. Я единственное, только, скорее всего, может быть, строю какой-то опрос, голосование по поводу того... Выберите задание. По поводу того, проходить данную игру на стриме или на записи. Я, скорее всего, думаю, буду располагаться за запись, но, как говорится, как решит народ. Те, кому интересно данное прохождение, так, собственно, и от этого будем отталкиваться. Ну, короче, понятное дело, скрытность. Если у нас будут видеть, будет заполняться шкала. Если шкала заполнится, будет весело. Начнется трэш. Угар и садомия. Надо было явиться на сбор, Рохас. Кто нам следующий откроет? Рохас. Сейчас я тебе... Рохас, тебя сейчас оторву. Тихо, где? А, это вот он меня видит, да, внизу? Энди, выходите! И как мне дальше пройти? Ну и что ты там смотришь? Открывайте, или мы выбьем дверь. Девчонка осталась на... А, нет, вот она. Блин, у тебя пистолет, если ты стоишь сзади. Ты либо дай мне оружие. Либо это, сама действует. Это что я тут должен? В одно рыло тут все решать. Блин, а их нельзя как-то отрубить? Смотри, у него автомат есть, можно автомат отжахать. Ладно. Хуже будет. Сюда. Сказано по стелсу, значит пройдем по стелсу. Я не сопротивляюсь. Видите? Пригнулся. Да я и так тут не разгибаюсь, двигаюсь. Не надо. Опа. Блин, капец, они людей мочат. Ой-ой-ой. Бездумно. Давай двигать отсюда. Слушай, ну оптимизация вроде хорошо, игра работает отлично. Пока что, во всяком случае, никаких ни фризов, ни лагов. Это приятно. Не скажу, что прям тут картинка какая-то прям такая люто сногсшибательная, нормальная картинка. Нам нужно пересечь площадь. Они нас увидят. Не увидят. Поверь. Оп. Тут дофига солдат, Лита. Значит, в канализацию. Отлично. Будем действовать как черепашки-ниндзя, да? Ой. А кто это меня заметил? Кто посмел меня заметить? Готовься. Вперед. Бежим. Ведешь. Так, фонарь я сам включать не могу, он автоматически работает, да? Это ход повстанцев революции 67-го. Узнаешь метки? Да, с детства помню. По этим синим меткам идти что ли надо? Ну пойдем, коль не шутишь.
Такие прям метки. Ни разу не догадаешься, что надо идти сюда. Думал остаться. Прошу! Капец, вот это жесть. Я отправил людей в канализацию. Город в оцеплении. Ладно, думаю, тут краса нет смысла. Можно двигать. Ух ты, блин. Что-то у меня фонарик вдруг перестал фонарить. Они пошли туда! Что за хрень? Они там! Это... Столько крови. Кастильо никого не щадит, Дани. По нашу душу там что ли двигаются? Или они просто канализацию обыскивают? А тут прям какой-то лютый геноцид происходит. Почти пришли. Впереди выход наружу. Хорошо, корабль нас ждать не станет. Мама! Мама! Черт, тупик. Ненормально, никакого тупика. Лестница есть, значит, есть куда идти, все. Лже-иранцы, я вижу вас, сволочи. Солдаты, там лже-иранцы. Блин, вроде бабка говорит, а на самом деле баба какая-то, ну, женщина. Такого среднего возраста, блин. Не отставай, Лита. Ну, Лита, не отставай. Я тебя брошу нафиг, я тебя все равно не знаю. Толку от тебя ноль. Ты меня сначала догони, подгоняет меня. Сама там где-то в хвосте лазит. Дрос. Дрос Барбос, хоп. Как в лагере для новобранцев. Если вас не призвали, оставайтесь дома. О, блядь! Даня, ты в порядке? Нихера себе. Здрасте. В квартиру вломился террорист. Простите, простите. Нам не нужны уже ухожу. Да какой я террорист, я просто человек с крыши. Сейчас сразу террорист, может это Карлсон? Террорист, ё-моё. Чё за негатив? Чёрт, дамочка. Где же ты? Латора де Лео, сраный замок Кастильо. Эй, Дани, о! Здесь. Ещё один трос. Только той стены для обработки. Погнали. Задача выполнена. Замечательно. Куда смотрит полиция? Им плевать, что военные нас убивают. Это и есть полиция, Дани. Ла ночи де ла муэрте. Странно это какой-то. А что даже если бы это была бы не полиция? Что полиция бы сделала против военных? Тем более они разве не... как бы... Бежим! Чёрт! Не на одну власть работают. Бежим так бежим. Давай, Лита, мы почти на месте. Айдёт, нет! Сейчас нельзя, чтобы лодка была быстрее! Пожалуйста, нам нужно уплыть. А было? Ну зачем мне бейсбольные карточки? Ты не знаешь, сколько они стоят? Пропусти нас! Ай, мерда! Марко, ты все заводишь друзей? Опаздываешь, Дани. Где Олехо? Он отказался от билета. Отдал семье. Брехня! Олехо, сирота! Олехо уже никуда не поплывет. Ну же, Марко. Пропусти их. Vamos. Молодец. Эй, какого черта? Пустите нас! Грасиас. Да не за что, Чамако. Вот. Все, что у меня есть. Но так нельзя, Дани. Нам нужно сражаться, а не бежать к Янке. Олехо сделал тебе подарок, Лита.
Мы выживем, как в приюте, как в академии. Что это? Прошу, нет, это рыбацкая судно. Нет, Мио, нет, нет. До того, как стать эль-президенте, ми-папа рыбачил. На суденышке, типа такого. Мы с ним ловили рыбу, а потом отпускали. Он говорил, наша цель не набить брюхо, Михо. Наша цель — испытать себя. Но порой он ловил больших таких марлинов. Да, гордость не позволяла ему отпустить их. Больной тирану! Ты отравил Яру и ум своего сына! Я поймал очень большую рыбу сегодня. Правда, Диего? Диего! Охренеть! Я поймал тебя, Михо. Пора возвращаться домой. Я устал от этого, папа. Но выбора нет. Пощади их. Пусть они делают Вивира. Правда или ложь? Правда. Да, они могли бы работать. Помогать нам возрождать наш рай. Но если бы ты не хотел их смерти... то никогда не сел бы на этот корабль. Всего 13. А Диего уже так заботится о своем народе. Этих рыбок мы с тобой отпустим. Что произошло? Хана! Vamos, vamos! Дани! Походу, мы единственные, кто выжили, да? Во всей этой заварухе. Лита! Я ног не чувствую. Черт, Лита, это моя вина. Мобильник. Да забей на него. Мобильник. Это тот самый пляж. Судьба, мать ее. Что? Они здесь. Клара. Либертад. Хулио. Черт, Хулио, все тут. Возьми мой мобильник, следуй за знаками, как в детстве. Хватит, Лита. Я приведу помощь. Нет. Вот, отдай Кларе. Она поможет. Пойми, наконец. Тебе всегда везет, Даня. И сейчас повезло. Lo siento, Lita. Mm-hmm.
Ну что, у нас есть первое оружие, мачете. Нам, говорит, повезло. Ну да, если учитывать, что мы единственные, кто выжили. Еще припасы и сваливай отсюда к херам. Припасы. Для начала, говорит, найти какое-нибудь оружие. Ну, погнали. Поищем. Да, смотри, какой-то ящик есть. О. Черт, в обойме пусто. ПММ. ПММ нашли. Нужно найти лагерь. Посмотреть. Как он до сих пор работает? Наверное, знаки — это код, о котором говорила Лита. Так, между каких-то двух расщелин надо пройти, да? А, ну, в принципе, почти очевидно. Нам нужны патроны. Ну, сейчас по пути, наверное, что-нибудь найдем. Не, ну, у нас можно следовать по пути, отмеченному синим на карте с фото. Да ладно. Хорошо, игра. Я тебя понял. Справа что-то красное отмечено. Бункер Финт. Оба нахер. Оп, что это? Запчасти. Синяя повязка. Либертат. Синяя повязка. Синяя повязка. Я не стал включать подсветку предметов, так что будем искать сами. Запачканная кровью записка. Рафаэль, возьми эту краску и обозначь ею путь. Твои метки помогут нам благополучно добраться через сельскую местность до ваших тайников и избежать патрулей. Синий – истинный цвет нашего флага. Настоящего, а не той тряпки, которую используют Кастильо. Ласьента. Наверное, родные никогда не узнают, что с тобой случилось. Короче, мне надо идти по синим меткам. Вот, прикинь. Оба. Кто стреляет? Лучше не шуметь. Стреляет тот, кто нам даст оружие. А чем ты шуметь собрался? У нас патронов нету. Я на верном пути. Верном пути к звездюлям. Подкрадитесь к солдату, который вас не видит, и используйте F, чтобы совершить бесшумное убийство с помощью мачете. Так. Опа. Вот и патроны. Стой. Ну-ка, хорош звездеть уже. Уа! Забулькова. Клару разыскиваю не только я. Че, периферийного зрения у тебя вообще нету? Вроде должен был меня заметить. Перенести тело, да? Зачем? Ага. Что это? Может пригодиться. Штаны с боеприпасами, обалдеть. Инвентарь. А, снаряжение. Так. Арсенал. Ладно. Пока не будем тратить на это время. Я думаю, пока просто будем двигаться. Потом, если что. А, вот смена снаряжения. Вот сразу можно. Штаны. Ну, давай. Типа, это реально даст мне дополнительных ресурсов? О, прессы. Блин-ка тут. Взглядом пробежимся, посмотрим, что есть, кого нет. Ладно, пойдем дальше. Так. Ну, я так понимаю, нам сюда. А что, у них не было оружия посильнее какого-нибудь? Там автоматы там. Что было? Ладно. Добраться до Либертат, украсть лодку, свалить нахер из Яры. Все просто. О, черт, черт. О-о-о. Эй! Ты че, кабанина, Рима? Холодец недоваренный. Еще? Капец. Кабан бешеный. Чуть не забодал.
Что за звуки? Сейчас, может, карифаны кабана прилетят. О. Давненько я не пользовался кошкой. Кошка, инструменты. Тек. Оп. А. Погнали. Подняться. Короче, стандартное обучение. Не любит гостей. Ничего сложного. Кто не любит гостей? Клара? Вара? Шмара? Ты же не выстрелишь мне в затылок? Я Дани. Мы с Литой друзья. Силенсио. Выжил только ты? Отвечай. Отвечай. Выжил только ты один? Си. Повезло. Лита знала, на что шла. Это все, что ты скажешь? Ты здесь. Это главное. Нет, погоди, Эрмана. Я хочу свалить из Яры. Но ты в моем лагере. Я пережду здесь пару дней. Либертат не приют, Эрмано. Лита сказала, ты поможешь. А мне сказала, ты не струсишь. Кома мьерда! Ты ведь сирота, Си? Порой друзья могут стать ближе семьи. Помни, Дани, твои родители мертвы из-за Кастильо. Почему хочешь бежать? На моих глазах он приказал убить кучу наших людей. Лучше держитесь подальше от этого психа. Мой вам совет. Когда тирания узаконена, порядок в революции. Цитата Боливара не спасет. Это Педро Альбису. Хочешь спасти Яру умными словами? У меня есть цели. Свободные выборы, свобода самовыражения, свобода изгоев, свобода Яры от Кастильо. Все просто. Ну да. У Кастильо всего 300 тысяч солдат. У тебя 6 потрепанных вояк и еще пуля в ноге. Сомневаешься во мне? А зря. Мы решили провести на этом острове операцию. Ничего сложного. Атаковать плантацию Вивира, украсть топливо и домой. Но солдат Кастильо предупредили. Из 60 бойцов осталось 6. Вам нужно вернуться на базу. Да, но нам не прорваться через блокаду. У нас нет лодок, заканчиваются боеприпасы. И мы не уйдем, пока плантацию Вивира не поглотит яркое пламя. Но мы повстанцы и знаем здесь каждый камень. Некоторые наши ходы ты уже видел. Они появились в 67-м благодаря легендам и опутывают всю Яру, словно паутина. Теперь их используем мы. Они помогают нам устраивать засады на Сольдадос и уходить от погони. Там есть тайники, которые могут спасти тебе жизнь. А эта карта верна? Она ведь жутко старая. Их печатали для туристов. Да, она не новая, но тут есть все регионы, населенные пункты и достопримечательности Яры. Ты разберешься. Я попрошу местных об ответной услуге, чтобы достать нам лодку. А ты найди мне Хуана Кортеса. Кого? Того, кто даст каждому повстанцу силу тысячи. Наркоту, что ли? Ты же знаешь, я не повстанец. А Лити сказал тоже? Я выделю тебе еду, койку и даже лодку, поплывешь к своим янке. Но взамен придется стрелять и лить кровь. Будешь стрелять, раз можешь. Устраивайся и скажи, как будешь готов платить. Так. Во, нам дали фал. Отлично. Короче, все, нас завербовали.
Вот, мы типа, естественно, как добрый самаритянин хотели свалить, но нам никто свалить не дал. Так что все, мы теперь боец повстанческой группы. Давай найдем Хуана. Подождите с этим Хуаном, да, я немножко хоть осмотрюсь. Что тут у вас интересного? Я тут понимаю, так, теперь это мой дом, да? Все. Так, а ты типа такой весь лощеный, крутой, да? Давай кури-кури, быстрее помрешь. Дани. Мы с Хуаном Кортесом привели бойцов на этот архипелаг. Хуан помог мне создать Либертат из ничего. Кортес был шпионом еще до прихода Кастильо к власти. Он может собрать ракету из формочки для льда. Прежде работал на Эспиносу и КГБ, а позже ради развлечений на ЦРУ и Моссад. Хуан мой учитель. А еще конченый псих и пьяница. Когда все пошло наперекосяк, он счел это личным поражением и ушел из лагеря. Сальдадо с Кастильо мечтают сцапать двойного агента. Кортес для них лакомый кусочек. Хуан нужен Либертад, Дани. С нами он и говорить бы не стал, но ты новенький. Он собрал для нас несколько гарнитур. Возьми одну. Поищи Кортеса в деревне. Первым делом загляни в бар. Фига, какая она разговорчивая. То есть, получается, вас он заигнорит, а меня то, что я новенький, прямо нахер не пошлет, да? Типа, а, ну ты новенький, все понятно. Найти Хуана Кортеса и привести его обратно в наш лагерь. Пусть Хуан и не уравновешенный алкаш, без него нам не справиться. Он сейчас в рыбацкой деревне. Дани, убью Хуана вновь помочь революции. По-любому. Сходи в деревню и приведи ко мне Кортеса. Очень надеюсь, что он трезв. Ну, я это исправлю. Ладно. Пошуршали. Теперь он доступен журнал. С его помощью можно отслеживать новую цель. Ну, у меня пока только одна цель. Что тут? Можно что-нибудь прихабарить, не? В лагере. Патрончиков там взять, гранат, экипировочку пополучше. Он что-то есть. Так, это что? Прочесть. Вступайте в Либертад. А вы слышали новости? Может, видели нас? Но когда мы проходили через вашу деревню, Либертад здесь. Клара Гарсия пришла, чтобы освободить вас от притеснение и страха. Взамен она просит лишь помощи. Ей в борьбе против тирании Кастильо. Меня зовут Лита. Я сражаюсь за Яру, а вы? Надеюсь, ты не бесполезен. Ну, наверное, пополезен тебе. Стоишь, ни хрена не делаешь, только свои едкие комментарии в мою сторону кидаешь. Опа. Ну, смотри, все равно некоторые ящики. Футболка с боеприпасами. Так, подожди, не то. Да блин. Ну ладно. Так, арсенал, футболка, сбэби. Давай переоденемся. Все, мы теперь прям полноценный повстанец. Еще нам ботинки найти и не знаю. И что-нибудь еще. Чего смотришь? И почему-то я даже не смотрю. Нести себе женщина. Чего-то орет на меня. Опа. Все. Я в деревню с оружием пойду? Чё, сестра, видно там? Ты чё, плюешься? Ну ладно, не настроение, так бы сказала. Харкать-то чё? Пошёл пьяницу искать. Как-то резко... Чё, это рассвет или закат? По-моему, закат. Я так и пойду в деревню с оружием? Дани, как связь? Ты меня слышишь? Приём! Нет. Слышу. Не слышу. Ваша шпионская фигня работает. Бьен, если не хочешь неприятностей, держи оружие в кобуре. Особенно, когда вокруг Сальдадос. Си, я учту. Иногда лучше не лезь в драку. Суэрте. Тогда ты не к тому человеку обратилась, чтобы не лезть в драку. Уберите оружие, чтобы не привлекать к себе внимание. Для этого используйтесь Q. Удержите селектором оружия. Если вы подойдете к солдатам слишком близко, то все равно вызовете подозрение. Быстро вытащить оружие можно с помощью левой кнопки мыши. Вызвать подозрение. Вон, ноги есть. Это уже радует.
Ноги есть, значит, убежим. Зальдады. О, сами слева. Ладно, у нас пока задача. Я думаю, мы еще успеем повоевать. По-любому, зачистка аванпостов, там туда-сюда, вышки. Это все атрибутика данной игры. Я думаю, она тут никуда не делась. Поэтому этим мы позанимаемся обязательно. Ну, пока что пойдем поищем пьянчугу. КГБ, ЦРУшника, там еще кого-то. В общем, какой-то там многогранный тип. Псих, маньяк. В общем, хороший человек. Так, тут что-то какая-то красная аура. Впервые слышу. Зальдаты. Пожилой мужчина. Мне надо в какой-то бар зайти, изначально мне говорили. Скорее всего, в баре по-любому. Документы. У меня их с собой нет, сеньора. Вот как? Это серьезное преступление. Простите. Убей ее за это. Оставила дома. Мне придется доложить об этом. Нет. Блин, ну его си... бар. Его сильно ищут, вот он, наверное, да? Я заберу твою лодку. Но у меня больше ничего нет, сеньора. Фан. Да, вряд ли он сидит спокойно в баре при таком активном поиске. А как это? Или вон тот бар? Похоже, это Хуан. В смысле Хуан? Ну что, прям его разыскивает? Или это другой Хуан? Там Джо Хуан, наверное, какой-нибудь. Или это не дед? Сегодня мы напиваемся в самом худшем баре Яры. Или я в Колумбии, Кирате, Чечне. Оставь бутылку, зачем бегать? Да надо. Да, гуапо, правило 16. Революция не заканчивается. Всегда найдется новая война и бар. С уродливым барменом. Хуан Кортес? И что же меня выдало, гуапо? Тут тебе не зоопарк, Абуэлло. Клара меня прислала. Си, я в ней никогда не сомневался. И ты не будешь. Я тебя знаю. Это вряд ли. Да, точно знаю. Я будто в зеркало гляжу. Да о чем ты говоришь? О твоем взгляде. Ты убедишь себя в том, что все не напрасно. А потом поймешь, что подсел, как Хуан Кортес. Вижу, я зря трачу время. Умеешь свистеть? Что? Нет, не умеешь. Коню! Палапинга! Вот ведь крыса. За твой труп дадут больше. Что за хрень? Си, ты явно нравишься гуапу. А я испортил хорошую книгу. Буэно мисосиос, вамонос. Кажется, мы здесь как-то загостились. Так. А есть возможность? Выстрел. Да ты гонишь, что ли? Правда, что ли? Гранатку будет это? Кого они там... А, там этот, крокодил на них нападает. А я думаю, кого они там убивают? Ранено. Я помог тебе. Блин, прикольный крокодил. Так, ладно. Давай-ка вали, пока не разбежалась вся эта их сраная армия. Я пьян, но не до такой степени. Я за тобой, старик. Я пьян. А чё, может, на машине? Или крокодила не засунем?
Ладно, куда? Дай автомат потаскать, тебе прикольно. Папа хочет с тобой подружиться, или ему просто нужно погадить? Есть лишь один способ выяснить. И чё? О, приласкать, прикольно. Типа, в смысле? Ладно, надо сваливать отсюда. Хоба нафиг. Чё там какое-то... Чё? Какое испытание? Чё за испытание? Мастер выживания. Родичи Гуапа так и не вымерли. И на то есть причина. Он автоматически восстанавливает здоровье во время боя и самостоятельно приходит в чувство. Окей. Классно. Внимание слабее, чем у кота под коксом. Вам у нас. Ладно. Разберется. Я и в пятой части это особо теми помощниками. Видно, что не впервые пушку держишь. Не пользовался. Как тебя зовут? Даня. Клара сказала, что ты прям легенда. Работал в КГБ, в ЦРУ. Меня во всем мире хотят сильнее, чем любую порнозвезду. Кто-то разбивает яйца, чтобы сделать яичницу себе на завтрак. А Хуан Кортес... Подожди. Новый план, Дани. Вамос. По плану мы должны были вернуться в лагерь Клары. Так куда мы идем? Каван посту, походу. Видишь, Дэм? Это значит, на наблюдательную вышку доставили груз с редчайшими материалами в Яре. И ты его заберешь. Теперь ты хочешь, чтобы я воровал? Порох и клей Супремо. Это как сервеса и что-нибудь покрепче следом. Я тебя научу делать всякие штуки для оружия, потому что это круто. И по правилу 9 используй подходящие средства. Ты пойдешь со мной? Зачем? У тебя есть Гуапо. Он там всех порвет. Но если хочешь по-тихому, не бери его. Этот красавчик любит пошуметь. О, это он мне подходит. А, украдите то, что там что просил Хуан. Ну, пойдем. С оружием я или нет, военные меня пристрелят. А мы сделаем, чтобы не пристрелили. Где там этот крокодил? Ну-ка, давай, работай. Гуапа, фас! Отлично. Блин, думал, добьет. Еще есть? Или это усё? На мяск. Тихо, нифига у меня, смотри, зуб золотой. Хороший кокодрило. Кокодрило. Чё тут есть? Мы сожжём всё до тла. Боеприпасы. И возродим рай. Так. Тут ничего. Надо что-нибудь тут пикнуть, тыкнуть. Опа. Первая точка. Думаю, это пригодится. Забрали. По-любому. По-любому пригодится. Ну, их не так уж и много было. О. Народ ярый. Сообщение от эль-президента... Красный пипа. А что он не крадет? А, удерживает надо. Все? И что ты будешь с этим делать, Хуан? Порох. Патроны, наверное, будут делать? А, клей. Так, припасы. И теперь наверх. Блин, а можно эту агитацию вырубить, а? Где это? Не, походу не работает. Не вырубается. Да, так-то лучше. О! МС-16С. Ух ты. Я нашел твой хлам, Хуан. Отлично, Дани. А теперь шевелись. Нам нужно вернуться в лагерь Клары. Я о том и толкую.
граммофон. Шевелись. Сам меня послал, хер пойми куда. А сам стоит там в кустах, сигару курит, да плюется. Ну все. Этого должно хватить. Пора сваливать отсюда. Погнали. Зачем тебе весь этот хлам? Ты хочешь что-то сконструировать? Потерпи, Дани. Правило восьмое. Повстанцы должны уметь ждать не хуже пауков и серийных убийц. Так как же тебя занесло в эту богом забытую дыру? Пытался уплыть с беженцами, но без толку. Да-да. А я прилетел сюда на вертолете во время вторжения на Сантуарио. Но нас сбили. Я не о том. Просто расскажи о себе. Жил в приюте в Эсперансе, потом служил в армии. Я не повстанец, а просто помогаю Кларе, чтобы она вытащила меня с острова. Правило 20-е. Уж если стал повстанцем, то на всю жизнь. Да ладно тебе. Поздно жалеть. Сделанного уже не воротишь. Поезд давным-давно ушел. Других вариантов у тебя нет. Можно уплыть в Америку. Ну да. Думаешь, в Америке нужны яранцы? Американская мечта лишь для американцев. А ты не сдаешься, да? Нет. Гуапа не любит слабаков. Гонер, если вы двое так близки, что он таскается за мной? Гуапа ходит с теми, кто в нем нуждается. Как собаки для терапии в этой твоей Америке. Гуапа можно доверить жизнь. Да. Пока точно не мою. Посмотрим. Ты сказал, твой вертолет подбили. А починить его можно? Чтобы я отвез тебя к Янке? Нет, я... Пока он не летает. Но это временно. Потерпи, Дани. Сейчас Хуан Кортес тебе покажет, как сделать что-то из ничего. Я уже говорил, что есть и девятое правило. Вот только что. Запомни, для любой работы нужен подходящий инструмент. Так... Подходящий инструмент ему нужен. Нифига себе, из ничего. Как будто порох-то это нифига не ничего. Довольно-таки хороший ресурс. Так что ты мне тут дядя ля-ля не надо. Сколько там осталось? Легенда вернулась. Легенде нужно отлить, хефа. Кто она? Журналистка, посмевшая назвать Антона фашистом. Теперь она изгой, рабыня на службе его рая. И таких много, Дани. Пора научить тебя ресольвить, Дани. В 6 лет я поставил на велик мотор от цепной пилы. С этой блокадой каждый день приходится что-то ресольвить. А я не о том. Для повстанца ресольвить — это не просто выживать. Мы должны сеять хаос. Любыми средствами. Продолжай. Верстак — лучшее оружие повстанца. Давай, Дани, осваивайся. Давай займемся оружием. Оружие основное. Без обид, но твоя винтовка слишком простая. Ща исправим. Сейчас мы ее сделаем слишком сложной, да? Пал. Так, выбрать. Правило 9. Используй подходящие средства. В нашем случае порох и лом. Стандартный боеприпас. Применить. Иногда по ночам я спрашиваю себя. Хуан, как можно убивать людей быстрее? Ответ — стрелять по незащищенным. Нифига себе, вот это логика. Значительно повышает урон, наносимый не бронированным целям. Снижает урон, наносимый бронированным целям. То есть, ну-ка, понятно, такой. Типа экспансивного патрона, да? Установить. Отлично, Дани. Теперь враги будут лопаться, как спелый арбуз. Так, давай другое оружие. Давай. Выбрать в качестве... Скажем, твоя цель не забыла надеть шлем и жилет. Тебе понадобятся бронебойные патроны. Пули летят прямо и пробивают кевлар, как нехер делать.
Короче, одно оружие у меня по мягким целям, да? А второе такое прям... Класс! Бронебойное. Это твой запас высокоскоростных военных преступлений. Покажи модификации. Сделаем тебе первый глушитель. Ну, мне бы прицельщик бы еще бы. Теперь бабах! Будет тише, но и дистанция меньше. Бабах. Видишь, как просто? Теперь ты сможешь тихонько стрелять в башку, как настоящий засранец. Верстак твой друг, Дани. Друг с привилегиями. Реально из какого-то говна и палок делает модификации. Там какую-то канистру нахерачил. Процесс прям вставляет. На этом верстаке ты создашь новую Яру. Ое. Операция завершена. Хуан такой один. Да уж. Мачетера. Оружие, сбор утиля. Создавайте и улучшайте ресальверское оружие на верстаке, используя компоненты. Компоненты можно получить, хищая грузы военных. Охотьтесь, чтобы обменивать добычу на компоненты. Короче, всеми... Учитель отправляет тебя на экскурсию. Все, больше я с верстаком ничего не могу сделать. Прицел там... А, это что такое? Ячейка. А, вот ячейка прицела. Так. Нужен порох. Короче, нужен порох. А зачем мне для прицела порох-то? Непонятно. Ладно. Пока что больше я, наверное, ничего не сделаю. Хватит уже лить. Ну, я думаю, для ознакомительной серии этого будет достаточно. Так что не забываем ставить лайки, если вам нравится. Пишите свои отзывы. Ну и всем пока. Услышимся.